Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Очередное падение ставок по ипотечным кредитам прогнозирует Федеральный Минстрой. Оно обусловлено снижением ключевой ставки Центробанка до 7,5% годовых. Решение об этом было принято 9 февраля на фоне снижения инфляции. Следующее заседание Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ставки, пройдет 23 марта. Как отмечают в Минстрое, поэтапное снижение ставки рефинансирования удешевит кредиты, в том числе и ипотечные. Напомню, по данным ведомства, в начале года средняя ставка по ипотеке в рублях на новостройки составляла 9,7% годовых. Дайджест недвижимости. Дом на Мопро, пострадавший от падения крана, начнут ремонтировать в ближайшее время. Здание находится в удовлетворительном состоянии и может быть восстановлено. Такое заключение по результатам обследования выдал научно-производственный центр «Витрувий». Проектная документация уже разработана и сейчас проходит экспертизу. Стоимость работ составит от 2 до 3 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации города. Восстанавливать здание будет компания «Алтайстрой», которой принадлежал упавший кран. Напомню, в результате январского ЧП на МОПРО-109 пострадали 6 квартир. Сейчас над зданием смонтирована временная кровля, восстановлены подача воды и тепла. Дайджест недвижимости. Кировчанам расскажут, как вести спецсчета на капремонт и разобраться с платежами за общедомовые нужды. Обучающие семинары по вопросам ЖКХ организуют в Ленинском районе города. Их проводит Центр местной активности Воровского, 79, при содействии Центра общественного контроля в сфере ЖКХ региональной общественной палаты. О создании спецсчета капитального ремонта в многоквартирном доме будут говорить сегодня в 5 вечера, а порядке начисления общедомовых платежей в следующий вторник, также в 17 часов. Оба семинара пройдут в здании теруправления по Ленинскому району, Воровского, 79, 403 кабинет. Вход на мероприятие свободный. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.